говорили, что так модно сейчас показывать. Самый модный. Что? Когда все начнется? Скоро. Ожидание. Премьера. Какая у меня есть классная еда. Угощайтесь, пожалуйста. Будете кушать? Йоу! Испан, всем привет! Все знают, что мы тут делаем. Мы тут будем смотреть два кинчика. Один покороче, на разогрев, второй подлиннее. Первый, который мы поставим первым, он ребят из Дубны. Они там делают офигенный парк. Кто не был, я очень советую съездить. Он очень душевный, он в сосенках, там очень классно. Ехать туда далековато, но это того стоит. Вот. Сначала мы посмотрим его, он коротенький, а потом мы посмотрим наш Дашка фильм, и я перед этим еще скажу пару слов тоже. Спасибо, что все пришли. Всем хорошего вечера. Парк очень рекомендую, он очень классный. Хот-догами меня там тоже угощали. Советую. Прям да, мы там снимали пару раз, вы увидите это в кинчике. Давайте, да, пивка, покурить. Я еще скажу пару слов и посмотрим кино. Сергей Головочкин, что вы скажете про... Это трип-видос, трип-парк, трип-парк forever. Девочки, как вам видео? Ксения. Как тебе видос? Локальное телевидение, да? Локальное телевидение. Это блог, это блог. Это все на YouTube пойдет. Локальное телевидение. Ну что? Что рассказать? Только что мы соприкоснулись с прекрасным, великим искусством New School лыж. Вот. Это было незабываемо. Я мало чего поняла, но мне очень понравилось. Это было в Дубне. Дубна, да. Где, блин, Дубна? Поедем в Дубну теперь катать по-любому. Прикольно, кстати, парк. Надо говорить Дубна. Дубна, да? На французский манер? Аля, Дубна? Поедем в Дубну. Серега, твоя первая премьера? Да, это моя первая премьера. Как ощущение? Была пробная. Очень странная, очень странная. Я даже не понимаю, насрать мне или наоборот, я переживаю. Я мечусь между этими двумя состояниями. Слушай, Валер, мне надо что? Мне надо уложиться в 15 секунд, да, чтобы попало... Нет, это для блога на YouTube. А, для блога? А, ты снимаешь, ты же горизонтально снимаешь. Да. Я слушай, хочу... да, у тебя классный блог. Я, между прочим, подписал канал. Йоу-йоу. Так, ну что, продолжаем. Человек, который снимал и присутствовал, и вот делал все это, мне кажется, так и не подошел, поэтому... Ну и бог.
боксом. В общем, короткая предыстория про этот кинчик. Как-то был контест в Канте, вот, я там познакомился с Дашей Мельком, а потом он мне написал и говорит: слушай, давай мы снимем этот самый видосик на Super Unknown. Не знаю, что получится, но всегда очень хотела. Вот, в итоге сейчас она на Super Unknown в Штатах там катается. Так что это было все не зря. И помимо этого всего, вот как-то получилось кинчик на 13 минут. Вот, еще такая история, просто хотел сказать про это. То, что когда мы начали снимать, буквально в первый же день началось. И это никак не могло не отразиться на кино. Вот, поэтому это там тоже есть. И вообще фильм получился не только про лыжи, а про вот какой-то такой момент, что ты вообще можешь делать, когда что-то происходит такое. Вот, и, видимо, только то, что ты любишь, и... Вот, и типа и жить, и делать. Так что смотрите. На самом деле фильм про Дашу. Вот, я надеюсь, вам понравится, короче. А, да, еще момент. Там очень много того, что там есть, придумала она от платка до музыки. Так что это наш фильм с ней пополам. Вот. Welcome. Time to leave my perfect world behind.
Крутая девочка. В общем, найдите Дашку, напишите ей, что она классная, и ей будет очень приятно. Спасибо!